В Раппалово впору открывать детский дом для медведей. В конце прошлой недели в реабилитационный центр для диких животных привезли косолапого подкидыша из Павлова на Неве. Малыша оставили у дверей ветеринарной клиники. Предварительный осмотр дал не слишком хорошие результаты. Зверь простужен и истощен. А вчера в центр доставили еще одного медвежонка. Это уже четвертый за последний месяц. Детенышу чуть больше месяца, он бодр и весел. А имя ему пока не придумали. Что касается предыдущих подкидышей, петербургские вести рассказывали о них. Медвежата Ян и Жан открыли глаза и поправились за месяц на 3 килограмма. Сейчас и один, и второй изолированы. С нашим вместе не посажены. Выжидаем время, определенный так называемый карантинный период. Смотрим их состояние. И потом уже, может быть, соединим всех вместе. И, возможно, уже на следующей неделе во Всероссийский реабилитационный центр привезут пару взрослых гималайских медведей из Приморья. Для Миши и Маши в Раппалово уже почти достроили огромный вольер. Это важно, ведь Маша со дня на день ожидает пополнения семейства.